Недорогой телефон с громкой связью и автоматическим определителем номера. В этом видео поговорим о радиотелефоне Alcatel S250. Комплект поставки, помимо самого телефона, включает док-станцию с блоком питания и документацию. Трубка оснащена большим монохромным дисплеем с синей подсветкой и тремя кнопками прямого набора номера, чтобы легко связываться с любимыми избранными контактами. Клавиатура также получила подсветку, чтобы в темноте вам проще было набрать верный номер. Функция громкой связи позволит продолжать заниматься своими делами, оставаясь на связи, а встроенная телефонная книга сохранит в памяти до 50 номеров, на которые можно назначить до 10 разных мелодий с 5 уровнями громкости. Еще телефон хранит журнал из 20 пропущенных вызовов и обладает опцией повторного набора 10 последних номеров. Функция автоматического определителя номера российского стандарта позволит лишний раз не брать трубку во время звонков от незнакомых абонентов. Телефон питается от двух стандартных батареек типа 3A, позволяет общаться на расстоянии до 50 метров от док-станции внутри помещения и может проработать до 8 часов в режиме разговора от одного заряда. Таким образом, перед нами недорогой, но достаточно функциональный радиотелефон со всеми необходимыми базовыми возможностями.